До нашої студії вже завітала Валерія Зазалітінова, викладачка японської мови. Протягом от декількох тижнів разом із нею ми вивчали різноманітні цікаві слова, і сьогодні, впевнена, слова будуть не менш цікавіші, так? Звісно. Давайте з вами, мабуть, хоча б трошки пригадаємо ті слова, які ми вивчали. От наша колега, моя колега вийшла на вулицю міста і запитала миколаївців, що вони запам'ятали. Взагалі, ті, хто навіть не дивився «Новий день», я впевнена, що спілкуючись з нею, обов'язково запам'ятають декілька японських слів. Давайте подивимось. Пихомаки. Як ви думаєте, що це? Добрий день. Ні. Здравствуйте. Дружба. Ні, не дружба. Любов. Що японці їдять зазвичай? Рибу. А що ще? Ріс. Ось, це вже ближче. Ну, рісовий шарик. Харумацурі. Кого? Харумацурі. Як думаєте, що це? По-любому караоке или что-то в таком духе. Так. Суп. Название супа японского. Це свято в них таке. Як ви думаєте, яке це свято? Ну, або мальчиків, або дівчинок. Ні. Ні? Ну. Це більше до пророку. Новий год. Японський. Ні. Новий год. Ні? Ні. Це вже після Нового року. Після. Ну, це праздник весни. Так, правильно. Це свято весни. Сумімаси. Сумімаси. Як ви думаєте? Я все розумію, все гаразд. Щось з сумо зв'язане. Асоціації з якоюсь сметаною чи з маслом. Ну, ні, не зовсім так. Насправді це слово перекладається як «вибачте». Читайте, тяжело. Зен-зен вакарімасен. Що це таке? Теж праздник. Не, ну, тож, коли праздник. Ні. Зен, це все тяжело. Будьте здорові. Живіть багато. Як думаєте, що це може бути? Не знаю, дівчинка, не знаю. Ну, ось це приблизно правильна відповідь, бо цей вираз означає «я нічого не знаю», ось. Да? Так, ми були близькі. Чесно говоря, японський язик такий неожиданий, що це може бути що угодно рівним счетом. А мені от найбільше запам'яталось все ж таки сумімасе. От я прям одразу, коли згадую японську мову, одразу згадую це. Або дзен-дзен вакарімасен. Дзен-дзен вакарімасен, мені кажеться, це взагалі топ. Багато різних слів запам'яталося, і відкрию такий маленький секрет, я навіть ними користуюся інколи в побуті. Хоча б для того, щоб підняти настрій своїм рідним. Ну, в принципі, як варіант теж. Сьогодні ми також чуємо нові слова, і ці слова, я так розумію, пов'язані саме з Днем Святого Валентина. Тобто, вивчивши ці слова, можна буде їх використовувати 14 лютого. Да, конечно. День Святого Валентина в Японии – это что-то невероятное. Это безумный праздник, японцы сходят с ума. Он, в принципе, зародился не так давно, то есть уже после окончания Второй мировой, когда Япония уже стала более открытой страной, они начали заимствовать традиции из Запада, с Америки, и, соответственно, они себе в 1958 году приняли День Святого Валентина как праздник, в принципе, японский. Но, конечно, он особенно отличается от нашего, очень большая разница. Відрізняється. Що делають у нас на День Святого Валентина? Ну, у нас дарують валентинки, зізнаються в коханні, дарують різноманітні солодощі, іноді не тільки тим, кого кохають, а просто всім підряд. Ну, в принципі, примерно так же. В чому особливість Дня Святого Валентина в Японії? Це, в принципі, мужський праздник. Как неожиданно. Как неожиданно, потому что компания, это был маркетинговый ход, увидела, что американцы отмечают День Святого Валентина, и шоколадная компания взяла себе за идею предложить девушкам именно в День Святого Валентина признаться в своих чувствах. Японцы, в принципе, очень закрыты. То, что мы еще на первом самом эфире говорили, что ну, они так, не очень... Своя зона комфорта. Да, они не так. Очень эмоционально выражают свою привязанность. Они вот не любят показывать свою любовь на публике. И они как-то избегают открытых чувств. Но в этот день компания предложила девушкам, что вы можете взять нашу шоколадку, подойти к понравившемуся вам парню и признаться ему в любви. И если он примет эту шоколадку, то вы будете вместе, но он может отказать вам и, конечно, то есть любви. Любі вас не состоїться. Ось так от. Одразу також згадала наш гарбуз, який дівчата виносили. Щоправда, це у нас навпаки такий негативний символ. Ну, а тут шоколадка.
Шоколадки, в принципе, первое слово, вот мы сегодня разберем, это пурезенто. Я думаю, в принципе, догадаться можно. На французском схоже. Пурезенто. Да. Испанское какое-то. Да, да, да. Но со слова презент, да, от слова подарок, именно много слов в японском, в принципе, уже начали заимствовать с английского. Их очень-очень много. Я могу сразу вам показать слово кису, который, что значит кису? Поцелунок. Поцелунок. Да, то есть целовать это будет кису, кису и суру. Да, суру это будет у нас глагол делать. Соответственно, это делать мы можем добавить к любому... Якщо просто поцілунок, так? Да, тоді то кісу. А якщо хочу поцілувати, тоді кісусуру. Да, кісусуру. Здесь может быть слово хак, об'яття, здесь может быть слово какое-то теннису. Девушка говорила, что, возможно, это караоке. Караоке – это караоке, это японское слово. Оно с японского заимствовано, и кто обратит внимание, оно раскладывается очень хорошо на слоге. То есть караоке, оно так и будет в японском. То есть, в принципе, вы уже знаете японский, потому что много слов мы используем в жизни нашей. Так, кисусуру – целувати. Пурезенто – подарунок. Да, и в принципе, японцы, они очень... осторожно относятся к подаркам, потому что обычно они должны заслужить подарок. У них вот эта идеология именно их системы, что если ты по должности продвинулся, то есть это тебе уже какой-то подарок, это уже какое-то снисхождение. Когда, если вы на улице подойдете к японке и предложите ей там шоколадку за то, что она вам понравилась, она будет от вас бежать по всему перрону, чтобы вы там только не подходите ко мне, потому что это, ну, не принято такое. И поэтому мужчина очень... радостно приняли этот день, потому что им все начали носить. И получается, презенты, подарки начали делиться на два вида. Шоколад, сейчас мы поговорим о нем, либо для любимых он делался своими руками, то есть это мог быть шоколадный торт, могли быть печеньки, мог быть именно шоколад, вылитый в разные формочки, но девушка для своего любимого делала это своими руками, а для коллег, для других мужчин, она, в принципе, полки сейчас завалены, в магазинах формы шоколада абсолютно разные, такого, я не знаю, я нигде не видела, это что-то невероятное, это безумие, это бешеные очереди женщин, как у нас на 8 марта мужчины стоят за цветами, так в Японии на День Святого Валентина женщины стоят за шоколадом. Все ж таки, шоколад, мабуть, краще, ніж квіти, тому що квіти вони зів'януть, а шоколадку так з'їсиш і собі приємно. Да, конечно. Так многие покупают себе, потому что именно каких-то видов шоколада... Я заслужив, так? Да, нету просто в течение года, и тут такой какой-то в виде какого-то там предмета, и думаешь, почему не купить себе? Японцы начали уже, все равно отходят немножко от традиции, девушки поняли, что мужчины хорошо, а нам с подружками тоже вкусную шоколадку поесть можно, и начали брать себе, и начали требовать уже потихонечку от парней, что может ты мне тоже что-то подаришь, то, что это только я, но есть... Жінки в будь-якій країні залишаються жінками. Да, так самое интересное, что 14 марта, ровно через месяц, в Японии отмечают ответный праздник, называется он «Белый день», когда мужчины, получив свои шоколадки, померились. Это у них такой даже конкурс, особенно школьники, они любят, сколько тебе шоколадок подарили, а мне больше, а я интереснее, а у меня больше поклонниц. И ответка получается 14 марта, «Белый день», мужчины дарят девушкам уже подарки, уже это могут быть и цветы и так далее. Слово у нас «шоколад», как правильно читается? Чокоретто. 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 Да. Ну, в принципе, чокорет. Похоже, да, чоко, шоколад, они сокращают тоже, чоко, как бы, смежный звук между ти и чи, чокоретто. Вот такие слова очень смешные в японском, там чебурашка, они очень почему-то любят чебурашку, перевели его на японский язык этот мультик, и тоже чебурашка. Чебурашка, чокоретто. Да. Чокоретто. Далее, наступное слово. Следующее слово – это любить, айсуру. Иероглиф любить, я думаю, очень многие видели. Один из наискладнейших, мабуть. Да, он очень сложный, ну, как бы его, конечно, можно разделить на части. Здесь есть сердце, то есть он имеет свои, каждая черта что-то свои обозначает. Нюансы, да? И уже вот знакомое нам суру глагол делать, и вот оно суру у нас было. То есть кису суру целовать и айсуру любить. Айсуру. Суру – це також як доповнення. Тобто да. Просто кохання буде ай. Так, да, хорошо. Таке коротке слово. Да. І дуже красивий іероглиф. Многі люблять, опять же, где-то його использовать. Можете як символ себе теж записати. Ми сьогодні вчилися, як правильно малювати валентинки. Можливо, такий самий іероглиф можна вкласти в цю саму валентинку. Я думаю, да, буде дуже цікаво. Так, і ще одне слово – битися саме про серце. Да. Тобто це б'ється серце.
Это шикарное слово. У японцев очень много слов, которые являются звукоподражательными. Ономатопея – это, в принципе, звукоподражание, которое используется в языках. У нас сердце делает тук-тук, там собачка мяу-мяу, у них собачка гав-гав, у них сердце бьется доки-доки. То есть доки-доки, они услышали именно этот звук. Таких звуков на самом деле очень много. Например, Пикачу, знаете? Очень известный персонаж, все знают Пикачу, и кто-то может помнить. Ковин кричал Пикачу! Пикачу, пика – это звук молнии. И получается, когда молния, ну как бы, она вроде бы звук не издает, но вот гром, молния, у него хвостик был в виде молнии. И вот пика-пика, она именно отображает сверкание молнии, а чу – это мышка. То есть логика, все любители Пикачу теперь будут знать, что да, это мышь, которая вот издавала звуки молнии, которая... Закарбувалася, мабуть, в пам'яті кожної дитини моїх часів. Я думаю, современні діти теж знають, все одно в Японії він не вмирає. Пікачу жив і буде жити. Так, і наостанок ще одне слово. Ти мені подобаєшся. Це речення ціле. Да, почему я взяла это предложение? Потому что, смотрите, аната га ски дес. Вот этот иероглиф, обратите внимание, ски, это когда нам что-то нравится. Вместо тебя мы можем подставить любое слово. То есть даже из этих я люблю чокоретто, чокоретто га ски дес. Я люблю подарки. Давайте будем тренироваться. Как мы скажем? Ещё раз, я люблю. А ну ещё раз, давайте вот самую фразу так. Вот, мы заменяем слово аната, ты, на слово подарок, остальное у нас всё остаётся. Тобто подарок мені подобається? Да. А подарунок, так? Презенто га суки десу. Да. То есть любое слово можно подставить под это. Яблоки я люблю, нравится что-нибудь, чашки, вот капу, чашка. Звернула увагу, от кохання коротеньке слово, ай, так? Да. А от ты, аната. Аната. Есть, конечно, куча особенностей, есть грубое ты, есть это. Это такое универсальное, которое и ты, и вы, и которое можно использовать. Сейчас секунду расскажу про иероглиф ски. Он очень просто милый, потому что здесь изображена женщина и ребенок. То есть слово нравится, когда нам что-то нравится, это вот трепет женщины, которая любит своего ребенка, и вот они его перенесли, используют для того, чтобы показать какую-то симпатию. Зрозуміло. Тобто і жінка, і дитина так в одному. Да. Так, ну давайте тоді з вами підведемо таку риску під нашими словами, що ми взагалі вивчили і що ми вивчили протягом цих трьох тижнів. Тому що ми вивчили вже і японський Новий рік, свято весни, сецебун, так, традиції на ці свята, ще привітання і завершення взагалі бесіди ми з вами також вивчали. І сьогодні вже День Святого Валентина, до Валентина такі приємні слова, так? Давайте повторимо ці слова, які ми сьогодні вивчаємо. І так, це кісусуру, цілувати, кісу – поцілунок, а суру – як уже дія. Далі, пурезенто – подарунок. Якщо наголоси змінювати, можна чи не можна? У них, в принципі, ударення нет. Во всіх самоучителях ви увидите, що ударення нет. Но это восточный язык, он все равно немножко тонизированный. Если меняется интонация или тон, в принципе, с этими словами нет, а те, которые звучат, ну, пишутся одинаково, то могут возникнуть вопросы. Зрозуміло. Далі. Чокоретто. Аї суру. Аї кохання. Доки-доки, серце так, доки-доки. І далі, аната га суки десу, ти мені подобаєшся. Да. І також звернула увагу, що в японській мові літера L не вимовляється практично. Вона заміняється літерою R, да. Правильно? Да. Бачите, я вже майже японка. Ну, да. Ну що ж, дякую вам за такий цікавий урок, аж мені навіть трішки шкода, що ми з вами прощаємося і цього тижня вивчаємо японську востаннє. Сподіваюсь, нашим глядачам також сподобалось, вони візьмуть собі ці слова на замітку і обов'язково будуть користуватися, тому що, ну, по-перше, це цікаво, а по-друге, взагалі, ну, приємно, коли ти щось скажеш, тебе питають, що ти там сказала? Да. Завжди викликає якусь посмішку і гарний настрій.